Доброе утро. Доброе утро. Значит, у нас сегодня так получается, что последнее занятие. Предполагается, что 8-го у вас будет экзамен, да, зачетная неделя следующая, экзаменационная с 8-го. Это понедельник. Вы утром приезжаете, проходите тест и по результатам получаете оценку. Пересдача следующие 2 недели после 8-го, то есть это 15-е и 22-е. Все. У нас один доклад получается Латыпова. Есть Латыпова? Погодите, а можно вопрос? Да. Но к 8-й лекции вроде бы еще я прикреплял доклад Подлесный Влад Сергеевич. Подлесный. А вы не смотрите, да, там какие оценки, что вас-то не интересует? Какое вы направление? НКН. Угу. Так. Подлесный. А видеозаписи нет? Нет? Погодите, нет. А выступление не должно быть как бы на паре? А вы, наверное, весь семестр пропустили. Ни разу на занятиях не были. И условия тоже не читаете, там текстом написано. Как Итак, скажете? Латыпова. Видно? Да, экран видно. Чуть погромче, пожалуйста. Доброе утро. Меня зовут Латыпова Диана. И сейчас я представлю доклад на тему генетические алгоритмы и моделирование эволюции. Здесь представлена информация о докладчике. Начнем с актуальности темы. Генетические алгоритмы и моделирование эволюции представляют собой активно развивающуюся область исследований в контексте математического моделирования. Генетические алгоритмы предоставляют эффективные инструменты для поиска оптимальных решений, и их способность адаптироваться к изменяющимся условиям, использовать эвристические методы и моделировать процессы эволюции делают их важным инструментом в современном мире. Цель доклада состоит в том, чтобы представить основные принципы и концепции генетических алгоритмов, а также их применение в моделировании эволюции. Кроме того, доклад у нас направлен на обсуждение математических моделей, используемых в генетических алгоритмах, и примеры их применения в моделировании эволюции. Задачи. Мы рассмотрим основные принципы концепции генетических алгоритмов, математические модели, лежащие в основе генетических алгоритмов, и пример применения генетических алгоритмов для моделирования эволюции популяции. Ну и в самом конце мы проанализируем результаты применения генетических алгоритмов на примере. Вообще, что такое генетические алгоритмы? Генетический алгоритм представляет собой метод, основанный на моделировании генетических процессов, которые происходят в естественной эволюции.
Он моделирует эволюционные процессы, в которых популяция особей эволюционирует и адаптируется к изменяющимся условиям. И генетические алгоритмы широко применяются для решения задач оптимизации, поиска, управления. Вот. Процесс вообще, естественно, отбора включает в себя 4 основных этапа. Это отбор, скрещивание, мутация и повторение. Начнем с первого этапа отбора. По-другому это селекция. Вероятность выбора индивида X для скрещивания обычно определяется на основе его пригодности. И одним из простых способов определения вероятности селекции – это пропорциональная селекция, где вероятность выбора индивида пропорциональна его пригодности. Вот. Здесь PX и T – это вероятность выбора индивида для скрещивания. F, X и T – это значение функции пригодности для индивида. Ну и N – это общее количество индивидов в популяции. Следующий этап – это скрещивание, по-другому кроссинговер. Скрещивание индивидов может быть выполнено различными способами, но одним из наиболее распространенных является одноточечный кроссинговер. Пусть X1 и X2 – это два родителя, а X3 и X4 – их потомки. И вот на слайде показано, как может быть выполнен одноточечный кроссинговер. Третий этап – это мутация. Она у нас вводит в случайные изменения и генетический материал индивида. Пусть X – это индивид, а X' – его мутированная версия. Тогда одним из способов внести мутацию – это инвертировать случайно выбранный бит в строке. Так, здесь у нас, если и это выбранный случайный индекс, мы обращаемся к первому случаю, то есть 1 минус x и. Ко второму мы обращаемся, когда и это не выбранный случайный индекс. И последний этап – это у нас повторение. Повторение можно записать в следующем цикле. Сначала у нас задаются параметры генетического алгоритма, такие как размер популяции, количество генов у каждого индивида, вероятность мутации и другие. Генерируется начальная популяция индивидов случайным образом. Потом у нас для каждого индивида в популяции вычисляется его пригодность с помощью функции приспособленности. Далее применяются операторы селекции, скрещивания и мутации для создания новой популяции. Ну и последнее, это у нас вычисляется пригодность индивидов новой популяции, проверяется выполнение критерия Станова. К примеру, это достижение определенного количества поколений или достижение определенного значения пригодности. Вот. Если у нас критерий основного не достигнут, мы возвращаемся к третьему шагу, иначе алгоритм завершается. В основе генетических алгоритмов лежит принцип эволюции биологических видов через последовательные изменения и отбор наиболее приспособленных особей. Генетические алгоритмы моделирования эволюции применяются для решения ряда задач, включая моделирование эволюционных процессов, изучение динамики популяции, анализ эволюционных стратегий, оптимизацию процессов в эволюционных системах и решение практических задач. Эти алгоритмы позволяют моделировать и анализировать эволюционные процессы, ну, также находить оптимальные решения в различных областях применения, используя эволюционные процессы отбора, скрещивания и мутации. Теперь рассмотрим пример применение генетических алгоритмов для моделирования эволюции популяции в простой среде. Здесь у нас каждая особь будет представлена набором генов. График покажет изменения максимальной приспособленности в каждом поколении. Покажу код кусочками. Здесь у нас представлен процесс создания начальной популяции. Каждая особь представлена набором случайно сгенерированных генов, что отражает начальное состояние популяции. Входные параметры здесь у нас это количество особей популяции и количество генов у каждой особи. Функция использует генератор случайных генов у каждой особи. Также функция использует генератор случайных чисел для создания случайной последовательности болевых значений длиной. К слову, рандомизация нужна, чтобы обеспечить разнообразие в начальной популяции. Следующий блок у нас демонстрирует работу генетического алгоритма для моделирования эволюции.
Можно выделить основные этапы алгоритма. Это оценка приспособленности, сортировка популяции, скрещивание и мутация, также итерационный процесс, в котором алгоритм повторяется на протяжении нескольких поколений. Вот у нас результат, сгенерированный график. Что мы можем видеть? Здесь мы можем видеть, что приспособленность особи растет в начале эволюции до примерно 9-го поколения, что вполне ожидаемо в процессе работы генетического алгоритма. Это происходит потому, что в начальных поколениях алгоритм исследует пространство решений, что приводит к нахождению более приспособленных особей. Вот. А после 9-го поколения приспособленность перестает значительно изменяться и стабилизируется. Такое происходит из-за достигнутого локального максимума. Переходим к выводам. В результате мы рассмотрели основные принципы работы генетических алгоритмов, включая селекцию, скрещивание, мутацию и повторение, а также их применение и моделирование эволюции. Мы увидели, как генетические алгоритмы могут быть использованы для моделирования эволюционных процессов, анализа динамики популяции, изучения эволюционных стратегий и решения практических задач. Ну и продемонстрировали применение генетических алгоритмов на примере моделирования эволюции популяции в простой среде с использованием языка программирования Джулиа. Это у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Сейчас я... Так, ну и сейчас у нас финальная сдача проектов. 02-03-01, проект 1. Да, здравствуйте, сейчас share экран. Видно? На весь экран, пожалуйста, да. Да. Слушаю. Угу. Итак, сейчас мы хотим представить вам четвертый этап группового проекта на тему неравновесной агрегации фракталов. Информация о составе исследовательской команды – это студенты группы НКНБД-01, ТОТС-1, перечислены на слайде. Вводная часть. Вообще существуют разнообразные физические процессы, основной чертой которых является неравновесная агрегация. Исследование неравновесной агрегации может быть применено в различных сферах деятельности, например, при добыче нефти или в каких-то химических разработках. Целью нашей работы было исследовать модель агрегации ограниченной диффузии, а задачи, которые мы поставили перед собой, включали в себя построение модели агрегации ограниченной диффузии, нахождение размерности, полученных в результате этого кластеров, а также построение графика зависимости числа частиц в кластере от радиуса генерации. Объекты предмета исследования — это модель, фрактальная размерность, а также график зависимости числа частиц от радиуса генерации. В процессе выполнения мы использовали язык программирования Julia, а также библиотеки Plot, Random и ColorSkins. Теоретическое описание. Начнем с фрактальной размерности. Фрактальная размерность находится по формуле, изображенной на слайде. Для построения линейной зависимости между оценкой радиуса и массы кластера на логарифмической диаграмме функция имеет следующий вид. Здесь D большой — это фрактальная размерность, N от эпсилон — это число частиц на расстоянии меньше, чем R, и R — это, соответственно, радиус. Агрегация ограниченной диффузии — это первая модель агрегации, представляющая собой шумный рост ограниченной диффузии. Перейдем к практической реализации. Возьмем регулярную квадратную сетку на плоскости и в центр поместим затравочную частицу. Затем с некоторого расстояния будем выпускать по одной новые частицы. Выпущенные частицы совершают случайное блуждание по сетке, делая шаги в одном из четырех доступных ей направлений, и делают она эти шаги с равной вероятностью. Если частица оказывается по соседству с затравочной частицей, выпущенной ранее, то она прилипает и остается в этом узле. Затем выпускаем следующую частицу, которая также может прилипнуть к одному из узлов. Новая частица запускается, когда текущая оказывается рядом уже с занятой клеткой.
Программа прекращает свою работу в случае, если мы запустили уже слишком большое количество частиц, или ну, достаточное количество частиц, либо если наш агрегат достиг максимального радиуса. Рассмотрим случайное блуждание. Для этого мы рассматриваем целочисленную решетку на плоскости с отмеченной точкой началом координат. Каждой точке решетки соответствует 4 точки, в которые можно из нее шагнуть по выходящим из нее ребрам. Мы будем обозначать эти точки следующим образом, как показано на слайде, то есть шаг на единицу вверх, вниз, влево и вправо, соответственно. Также решение, куда нам двигаться, в какую точку, мы принимаем случайным образом. Также SN — это ряд, описывающий случайное блуждание. Таким образом, мы можем описать случайное блуждание следующими формулами. Результат нашей работы. Мы получили следующее изображение кластеров, показанное на слайде. Для подсчета размерности фракталов мы построили 17 моделей, и эти модели были ограничены по радиусу от 130 до 290. На слайде показан график зависимости логарифма массы модели от логарифма радиуса. Полученные данные, они аппроксимируются прямой с угловым коэффициентом приблизительно 1,717 тысяч. Это соответствует утверждению, что наш кластер фрактал, так как у фракталов дробная размерность. Как известно, у кластера на плоскости размерность приблизительно 1,71 с погрешностью примерно 0,02. Поэтому можно сделать вывод, что наша программа достаточно точно имитирует агрегацию ограниченной диффузии. Выводы. Нами была построена модель агрегации ограниченной диффузии, найдена фрактальная размерность получившегося кластера, а также построен график зависимости числа частиц кластера от радиуса герации. На этом все. Спасибо. Так, проект номер 5-02-03-01. Здравствуйте. Сейчас. Так, видно? Ничего не видно. Сейчас. А сейчас? Ну, презентацию-то покажешь, нет? Так, да? Так. Да, хорошо, давайте, да. У меня была модель химической реакции стохастического горения. Так, докладчики у нас Узия Стефнельдани, Ендита Адзиатизилу Акатензи из группы НКНБД 0121. Так, актуальность. Мы знали в прошлом этапе, что используем сейчас детерминирование модели описания пожаров, включают огромное число приближений, усреднений и допущений, а в итоге с помощью систем дифференциальных уравнений позволяют лишь приближенно рассчитать процесс распространения опасных факторов пожара. Ну и так, предложенная методика снижения пожарной опасности на открытых автостоянках позволяет принимать эффективные решения при возникновении пожароопасной ситуации. В данной работе мы провели анализ причин возникновения пожаров на автостоянке. Было показано, что в настоящее время отсутствуют единые, как я уже сказал, теории и модели.
Мы тогда показали, что для анализа связи между развитием процессов распространения опасных факторов и физическими особенностями окружающей можно использовать стохастические модели. Мы предложили вот такой алгоритм, который позволяет решить эту задачу и включает следующие этапы: отождествление модельного состояния со состоянием процесса горения пожарной нагрузки. Это значит, что так как у нас морковский процесс, это цепь, мы можем просто представить автостоянку, ну как цепь автомобилей. Итак, каждый автомобиль — это и узел, и цепь, значит, типа один за, ну как сказать, ну просто горение может от первого автомобиля и потом следующий автомобиль и дальше. Вот так. Выбор оптимального размера модуля пожарной нагрузки. На базе экспериментальных данных мы показали, что оптимальный размер для модуля, ну, здесь мы представили автомобиль как пустой куб. И так мы показали, что на базе данных экспериментальных данных, что оптимальный размер равен 7,5 сантиметров. Так, и последний этап заключается в том, чтобы рассчитать ориентировочные значения переходных вероятностей по получению временем горения модулей. Так, мы еще создали такую программу для вычисления морковских параметров. Ну, мы же знаем, что морковские процессы, ну так можно типа сказать, что морковские процессы — это же главные параметры, это переходные матрица переходных вероятностей и вот этот собственный вектор, который который мы подразумеваем вероятность нахождения процесса в некоторой состоянии. Так, и еще вот код программы, где в итоге мы получили вероятности нахождения процесса. Ну, надо еще указать, что в нашей работе мы сделали эксперимент для простейшей модели, которая включает два модуля. И тогда мы за это получили две вероятности нахождения процесса в первом и во втором модуле. И получили матрицы переходных вероятностей для данного процесса. Результаты работы: предложенная модель возникновения горения позволяет нам получить следующие важные результаты. С помощью этого стохастического моделирования процессов возникновения горения мы определили относительное время возникновения устойчивого пламенного горения или прекращения горения в зависимости от пожарной нагрузки и условия воздухообмена. Мы рассчитали вероятность возникновения тлеющего режима льда на определенных стадиях возникновения горения, позволяет нам оценить относительную вероятность склонности пожарной нагрузки к тлению или горению в случае возникновения пожара. Тоже позволяет нам принять эффективные решения при обеспечении пожарной безопасности и тушению пожаров.
и в итоге позволяет нам снижать, какое-то решение будет принято на базе этой работы, то это позволяет снижать пожарную опасность на открытых автостоянках с использованием мониторинга структурирования пожарной нагрузки. На этом все. Спасибо всем за ваше внимание. Спасибо. Проект номер 8. Нет никого попросил. Здравствуйте, меня слышно? Да. Видно экран? Да. Хорошо. Доброе утро, уважаемые студенты. Выступает 8-я группа. С четвертым заключительным этапом проекта «Колебания цепочек». Так, докладчиком являюсь я, студент направления НКН БД-0121 Сироджидинов Камолидин Джамолидинович. Целью последнего этапа нашего проекта является коллективное обсуждение результата проекта и самооценка деятельности. По итогу наша команда справилась с поставленной задачей в полном объеме и реализовала модель гармоничной цепочки. На пути реализации модели наш коллектив столкнулся со следующими трудностями. Выбор модели, так как существует несколько похожих моделей, поиск представления физического процесса в математическом виде, создание программы реализации на языке программирования, опыта работы, с которым порой не хватало, вопросы планирования и команды координации. Как бы там ни было, все вышеперечисленные трудности не поставили крест на проекте, а наоборот, только сильнее сплотили наш коллектив. Обсудим, как мы подошли к решению всех возникших трудностей. Изначально команда не могла определить, какую модель стоит выбрать для реализации, и поэтому на выбор модели ушло несколько дней. И наша команда единогласно выбрала простейшую модель гармоничной цепочки, так как другим похожим моделям либо не хватало математического описания, либо описание было слишком трудно воспринимать. Была также проблема в поиске учебных и научных материалов, так как задача далеко не тривиальная. На поиск учебных материалов с описанием данного процесса тоже ушло несколько дней. Кроме того, для более грамотного описания алгоритма и хода решения информации из учебника нужно было представить в упрощенном формате. Стоит также сказать про слов о языке Julia, с которой наша команда пришлось работать. Язык программирования Julia был неизвестен ни одному из членов нашей команды, поэтому для написания рабочей программы реализации не раз приходилось обращаться к малочисленным сторонним источникам информации, в том числе к документации языка Julia, к формам и обсуждениям математиков, работающих с данным языком, к видеоурокам в сети интернет. Согласно и планированной работы проходила спонтанно, из-за чего некоторые этапы работы приходилось выполнять в спешке. Также были и обратные ситуации, когда выполнение некоторых простых задач растягивалось на несколько дней, хотя в теории можно было завершить всего тоже за несколько часов. Также после детального коллективного обсуждения результатов проекта наша команда пришла к выводу, что на первом этапе реализации нашего проекта команда подошла к описанию модели без должного внимания, не предоставив конкретного математического решения системы заданной модели, что вылилось в трудности на реализацию уже второго этапа проекта. К
завершению скажу, что несмотря на все трудности, наша команда справилась с поставленной задачей в полном объеме. Мы создали поэтапное, краткое и понятное описание модели, а также успешно программируем программную реализацию модели гармонической цепочки. Библиография. И спасибо за внимание. Спасибо. Проект номер 9020301. Да, сейчас. Так, видно? Да. Здравствуйте, мы студенты группы НКН БТ-0121. Хотим представить вам четвертый этап нашего группового проекта по теме «Рост дендрит». Итак, здесь вы можете видеть наш состав исследовательской команды. Итак, начнем с того, что давайте в целом вспомним, в чем заключалась наша научная проблема, а именно дендритный рост, происходящий в результате кристаллизации, существенно влияет на характеристики материалов. Особенностью является его чувствительность к множеству факторов, включая переохлаждение расплава, скорость охлаждения, наличие примесей и поверхностное натяжение. Таким образом, научная проблема заключается в разработке теоретических и численных моделей, способных предсказывать динамику роста дендритов и их влияние на микроструктуру сформированных материалов. Итак, для построения модели роста дендритов важно было использовать следующие пункты. Первое – это условия Стефана, также уравнение теплопроводности. Дальше нам необходимо было правильно составить условия кристаллизации, а также учесть, что температура изменяется быстрее, чем затвердевать материал. Это что касается теоретической части. Что касается алгоритма, то он состоял из 6 пунктов, а именно таких как инициализация параметров симуляции, настройка симуляционной сетки, далее расчет температурного поля, моделирование роста дендритов, анализ структуры дендритов и в конце концов визуализация и оценка результатов. Как раз таки насчет последнего пункта, то мы получили вот такие изображения. И в качестве примера мы взяли расплавленный цезий и посмотрели, как он кристаллизуется. Но стоит понимать, что из-за наличия естественной случайности у нас получились немного разные изображения. Вот это первый и второй. В конце концов, хочу сказать, что нам удалось построить модель, которая приблизительно описывает рост дендритов, используя Julia. Наша модель роста дендритов позволяет имитировать процесс затвердевания материала и формирования кристаллических структур, схожих с тем, что может происходить в природе. Также стоит понимать, что мы построили достаточно упрощенную модель, которая не учитывает многих факторов, которые оказывают влияние на рост кристалла из-за сложности реализации в программной среде. Ну и таким образом, в будущем данную модель можно будет улучшить, чтобы она более точно описывала поведение структур в естественных условиях. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. 020302, проект номер 1. Здравствуйте. На секунду. Представляю ваше внимание. Видно, да? Я демонстрирую презентацию. Да, все видно, да, все видно, да. Представляю ваше внимание проект «Неравномерная агрегация фрактальной кластеры». Отчет по нему. На слайде представлены цели исследования. Это было реализовать сеточную модель химически ограниченной агрегации, проанализировать модель методами нахождения фрактальной размерности. На слайде представлена постановка задачи, принципы химически ограниченной агрегации. На следующем слайде представлен метод сфер нахождения фрактальной размерности, который мы будем использовать для нахождения фрактальной размерности химически ограниченного кластера. На слайде представлена блок-схема алгоритма имитации образования кластера частиц с учетом принципов химически ограниченной агрегации. Перейдем к методу сфер нахождения фрактальной размерности. На одном из этапов потребуется линейная аппроксимация графика, линейная аппроксимация функции. Для этого будем использовать метод наименьших квадратов.
Описание метода и конечные формулы представлены на слайде. На языке Julia, для языка Julia есть пакет curvefit, содержащий функцию linearfit, который использует как раз метод наименьших квадратов. Будем использовать ее для нахождения фрактальной размерности. Перейдем к коду программы. На слайде представлен, код программы, имитация образования кластера частиц, химические агрегации. И на следующем слайде представлена программа нахождения фрактальной размерности сгенерированного кластера. На слайде представлены результаты имитации кластеров. Здесь три результата с разными начальными параметрами, то есть с разными вероятностями прилипания. И на слайде представлены графики фрактальных размерностей, то есть фрактальные размерности для каждого результата — это тангенс угла наклона красной аппроксимирующей прямой. Мне все, спасибо за внимание. Спасибо. 02302, проект 2. Здравствуйте. Видно? На весь экран, пожалуйста. Так, я забыл, как дела. Одну секунду. Представляю вам четвертый этап. Участники проекта Рытов Алексей, Купцов Максим, Мальков Роман. Наш этап, наш проект посвящен реализации электрического пробоя. Если вспомнить, что это такое, то это явление резкого возрастания тока в любом состоянии диэлектрика, либо в воздухе, и которое возникает при приложении напряжения выше критического. Соответственно, на первом этапе проекта мы сформулировали цели, выделили объекты исследования и презентовали научную проблему. К тому же изучили теоретические основы и подробно описали задачи. Соответственно, затем мы составили план дальнейшей работы, изучили необходимый материал и описали задачи, которые в дальнейшем разбили на подзадачи. На втором этапе проекта мы описали модели алгоритма, и как раз в ходе этого этапа мы описали основные модели роста стримеров. Изучены такие модели, как НПВ, функтиональный критерий роста, модели стахастического времени запаздывания. На третьем этапе проекта мы реализовали программную реализацию на языке Julia для модели роста стримеров. Соответственно, было реализовано вычисление электрического потенциала, вычисление электрического поля, модель НПВ и модель флуктуационного роста. На экране представлена программная реализация модели НПВ, которая уже рассказывалась на третьем этапе. И в заключении работа над проектом была успешно завершена, успешно выбранная тема оказалась интересной, и были изучены темы. Соответственно, данную тему можно применить в физике материаловедения, электротехнике, медицине биофизики, геофизике и планетологии. Также можно в информационных технологиях. Спасибо за внимание. Спасибо. 020302, проект номер 3. Да, здравствуйте. Раз. Видно? На весь экран. Да, все хорошо. Угу. Доброе утро. Мы бы хотели сегодня представить четвертый этап нашего проекта «Молекулярная динамика». Вот состав нашей проектной группы. Цель нашего четвертого этапа была следующей. Мы должны были коллективно обсудить результаты нашего проекта и оценить нашу деятельность. Для начала, уравнение молекулярной динамики. Что это? Это математические уравнения, которые описывают движение атомов и молекул в системе.
Эти уравнения хорошо, широко применяются в различных областях науки, такие как физика, химия, биология, материаловедение. Далее. И одна из основных задач, которые выполняют эти уравнения, они являются прогнозированием свойств и поведения материалов на микроуровне. Проблематика связана с тем, что моделирование динамических процессов на микроуровне является достаточно непростой задачей, которая требует точного описания взаимодействия между атомами и молекулами в системе. Цели на первом этапе нашего проекта были такие, как выделить объект исследования, презентовать нашу научную проблему и ее актуальность, изучить теоретические основы, данные и подробно описать поставленные нам задачи. И мы успешно с этим справились, составили план нашей дальнейшей работы, поставили цели, выделили объекты, проблематику, актуальность и изучили все необходимые теоретические материалы для данной работы над проектом. Так, и целью работы на втором этапе проекта была описать модели и алгоритмы. В результате же мы получили... Точнее, в работе на данном этапе были описаны математические модели уравнений молекулярной динамики, и также был рассмотрен алгоритм Верле. Также был изучен потенциал Ленарда Джонса и сформулирован общий алгоритм подхода к задаче моделирования системы. И для нашей работы с проектом был выбран потенциал Ленарда Джонса. Так, следующий. Да, сейчас, секунду. Тут у меня какие-то неполадки. Так, и работа на третьем этапе проекта. Целью было описать программную реализацию проекта, и в результате этого этапа был непосредственно получен желаемый продукт нашего проекта. И что касается самого продукта, потенциал Ленарда Джонса для моделирования уравнений молекулярной динамики был выбран потенциал Ленарда Джонса. И что это такое? Потенциал Ленарда Джонса — это простая модель парного взаимодействия неполярных молекул, описывающая зависимость энергии взаимодействия двух частиц от расстояния между ними. Потенциал приближенно описывает взаимодействие между двумя частицами отталкивания на малых расстояниях и притяжения на больших. И вывод в пользу выбора модели. Одним из ведущих достоинств потенциала Ленарда Джонса является также его вычислительная простота, не требующая вычисления сложных функций. Данный потенциал широко применяется как модельный потенциал, особенно в работах, в которых основной задачей является исследование общих физических закономерностей, а не получение точных количественных результатов. Далее программная реализация продукта. Код, написанный на языке Джулия, предназначен у нас для построения потенциальной энергии Ленарда Джонса. И прежде всего он использует пакет Plots для построения графиков. Вот так тут выглядит наш график, который мы построили с помощью языка Джулия. А вот код на OpenModelic создает модель потенциальной энергии тоже по потенциалу Ленарда Джонса. В этой модели используются параметры эпсилон и сигма, которые представляют силу притяжения и диаметр молекулы соответственно. Так. И вот такой вот график у нас получился, когда мы написали код на OpenModelic. И в качестве заключения хочется сказать, что работу над проектом мы выполнили, изучили теорию по специфике молекулярных уравнений, выявили, как я уже сказала, актуальность и проблематику. Мы реализовали нашу модель и выполнили, достигли нашей цели. Также моделировали мы с помощью язык Джулия и OpenModelic. И также мы активно использовали знания и практические навыки, которые мы получили на курсе «Математическое моделирование».
И еще раз повторюсь, что все желаемые нами цели мы достигнули, а поставленные задачи мы также выполнили, и коллективная работа наша над этим проектом прошла достаточно хорошо. А знания и опыт, которые мы получили, будут нам очень полезны в дальнейшей жизни, как в научной деятельности, так и в других сферах. Поэтому вот наша библиография, и спасибо за внимание. Спасибо. 020302, проект номер 5. Здравствуйте. Да, здравствуйте, нас слышно? Сейчас. Да, подключу. Слышно, давайте, покажитесь. Так, а полный экран, все видно? Да, все хорошо. Отлично. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня мы обозреваем четвертый этап проекта химической реакции стахистическое горение. Проект подготовили студенты группы НФИБД-0121 и НФИБД-0221. Итак, значит, в данном этапе мы будем обозревать, анализировать и подводить итоги проделанной работы. Это у нас является целью четвертого этапа. Давайте уже вспомним, что такое стахистическое горение. Это у нас такое сложное явление, которое является ключевым в современных исследованиях физико-химических процессов. Оно у нас характеризуется случайными колебаниями химических реакций горения и обусловлено множеством переменных. Пусть у нас CXT – это концентрация реагентов в точке X в моменте времени T, и модель у нас будет описываться следующим уравнением Лжевена, где у нас D – это коэффициент диффузии, K от XT – это у нас функция статистической скорости, V – это объем системы, и ν XT – это гауссовский белый шум. Слово передаю своим коллегам. Далее мы рассмотрим алгоритмы, которые мы использовали в работе. Это уравнение Лангевена, которое мы видели выше, это стохастическое дифференциальное уравнение. Оно позволяет описать диффузию и стохастические реакции в системе. Второй алгоритм — это КМС, кинетический алгоритм Монте-Карло, учитывая дискретность химических реакций, что важно для моделирования стохастических процессов. И третий алгоритм PDF — это вероятностное распределение функций. Оно позволяет учитывать вероятность распределения в пространстве, что особенно важно для в случае неоднородных систем. И комбинирование этих методов позволяет улучшить точность и стохастичность модели горения, а также учитывать их взаимодействие в пространстве и времени. Следующий слайд. И в ходе нашей работы мы начали с описания модели, описания разработки алгоритма комплексной математической модели стохастического горения. Далее мы разработали блок-схему, которая визуализирует основные шаги и процессы, используемые в каждом из компонентов модели. Далее мы написали псевдокод, на основе которого реализовали код на языке Julia. Следующий слайд. Далее у нас обзор кода. Код программы представляет собой симуляцию процесса диффузии, который является основным механизмом перемешивания молекул в жидкостях и газах. В этой симуляции мы также учитывали наличие источника тепла, который влияет на распределение молекул. Следующий слайд. Параметры модели. В симуляции у нас участвуют примерно 1000 молекул, которые могут двигаться в одномерном пространстве размером L. Также каждая молекула имеет случайную величину, определяемую коэффициентом диффузии D. Временной шаг, то есть DT, используется для моделирования процесса по времени. Также определена точка, которая служит источником тепла, и при достижении этой точки молекулы воспламеняются и возвращаются в начальное положение. Также у нас есть симуляция диффузии, то есть молекулы движутся случайным образом, их новые позиции обновляются на каждом шаге. Если молекула достигает границы системы, она отражается от нее. Если молекула достигает источника тепла, она возвращается в начальное положение, что моделирует само воспламенение. Далее. Также у нас есть симуляция использования КМС, то есть это кинетический метод Монте-Карло. Это уточнение симуляции учитывает вероятностные реакции при достижении источника тепла.
То есть если молекула находится у источника тепла, она может с некоторой вероятностью воспламениться и начать движение заново. И последний пункт – это построение ПДФ, то есть это вероятностное распределение функций. ПДФ показывает, как распределены молекулы по положениям. В ходе этого распределения обновляется на каждом шаге симуляции, также учитывая новые позиции молекул. Следующий слайд. Посмотрим теперь на графики, которые были получены в результате работы нашей программы. На первом у нас показано распределение молекул после процесса диффузии в одномерном пространстве. Видно, что молекулы неравномерно распределены, их концентрация выше в определенных областях, что может быть связано с наличием источника тепла или других условий, установленных в симуляции. Гистограмма показывает частоту, с которой молекулы появляются в различных положениях, и демонстрирует, как некоторые регионы пространства более предпочтительны для молекул, чем другие, что является результатом их случайного движения и взаимодействия с окружающей средой. Следующий слайд, пожалуйста. Второй график у нас представляет вероятностное распределение молекул или функцию плотности вероятности, которая количественно описывает вероятность нахождения молекулы в определенном месте. Каждый столбец графика представляет собой как бы корзину или диапазон позиций, и высота столбца указывает на количество молекул, ожидаемое в этом диапазоне. Следующий слайд. И таким образом главными выводами являются то, что неравномерность концентрации молекул может указывать на наличие источников или областей взаимодействия в системе, а также на влияние диффузии реакции. Далее у нас изменения в распределении молекул с течением времени могут быть обнаружены на графиках после нескольких временных шагов. Третьим является неоднородное распределение молекул в системе может быть вызвано как граничными условиями, так и стохастическими процессами. И как итог, переход от гистограммы к функции плотности вероятности позволяет более точно определить вероятность нахождения молекул в различных областях пространства. Следующий слайд. В заключение можем сказать, что в ходе выполнения группового проекта была успешно изучена и разработана модель стохастического горения, а также реализованы программы на языках программирования Julia и OpenModelica. Кроме того, мы продемонстрировали способность сотрудничать в команде для получения результатов и также достигли наших поставленных целей в рамках дисциплины математическое моделирование. На этом все. Спасибо. 020302, проект номер 7. Здравствуйте. Шарю экран. Видно? Да, все хорошо. Доброе утро, уважаемые слушатели. Сегодня мы бы хотели представить четвертый этап нашего группового проекта «Образование планетной системы». Немного информации. В состав нашей проектной группы входят студенты из НФИБД 0221, Парфенова Елизавета, Литипова Диана, Виктор Тузи и Этукин Сиабаси. Следующий слайд. Начнем с актуальности проекта. Она заключается в том, что изучение процесса формирования планетных систем является ключевым для астрономических исследований, а также расширяет наши знания о Солнечной системе и Вселенной в целом. Объектом нашего исследования являются частицы, формирующие планеты, спутники и системы, а предметом исследования различные физические процессы, происходящие при образовании космических объектов. Так, перейдем к целям и задачам нашего проекта. Мы нацелены изучить процессы формирования планетарных систем и их динамику. На основе этого построить математическую модель движения частиц в плоскости с учетом различных физических взаимодействий. Затем в ходе нашего проекта мы должны определить алгоритм, подходящий для решения дифференциального уравнения нашей задачи и описать его. Ну и завершающим этапом станет реализация математической модели на языке программирования Julia и рассмотрение полученных результатов. Следующий слайд. Так, на данном слайде представлено задание нашего проекта, которое предлагает реализацию программы, моделирующей N-частиц в плоскости с учетом различных физических взаимодействий. Следующий слайд.
Так, на следующем слайде представлены материалы и методы, которые мы использовали в ходе выполнения нашего работы. Это язык программирования Julia и ее библиотеки Plot и Linear Algebra. В начале проекта, изучив литературу, мы описали математическую модель для движения частиц в плоскости с учетом различных физических взаимодействий. Она представляет из себя комплекс формул, которые будут представлены на следующих слайдах. В нее вошли, во-первых, это формула второго закона Ньютона и формула первой космической скорости, описывающая движение частиц. Во-вторых, сила взаимодействия частиц. Это формула силы, описывающая гравитационные взаимодействия между частицами, и формула, описывающая силу отталкивания. Здесь у нас представлены формулы кинетической и потенциальной энергии, которые в будущем понадобятся для расчетов в алгоритме и мониторинга состояния системы. Далее в ходе проекта мы определили алгоритм, подходящий для решения основного уравнения движения в нашей системе. Мы выбрали алгоритм Верле. Этот алгоритм является численным методом для решения дифференциальных уравнений движения, и он основан на разложении положения и скорости частицы в ряд Тейлора в окрестности текущего временного шага. Критерием для выбора шага по времени послужило условие сохранения полной энергии системы. Вообще этот метод мы выбрали для решения уравнений из-за его оптимального сочетания точности и эффективности. Алгоритм Верле в скоростной форме записывается следующим образом. Далее в проекте следовала реализация. На основе разработанной математической модели и метода интегрирования Верле была написана программа на языке программирования Julia. Программа позволяла моделировать движение частиц на каждом временном шаге и визуализировать их траектории. На каждом изображении, которое представлено на слайде, каждая точка представляет собой текущее положение одной из частиц в системе. Чем больше точек, тем более сложна траектория системы и взаимодействие между частицами. Более динамичное отображение результатов, то есть в виде GIF-изображения, было представлено ранее. Также был построен график изменения энергии на 1000 временных шагах, которые вы видите на слайде. Здесь кинетическая энергия отображает изменение скорости частиц во времени и, следовательно, степень их движения. Потенциальная же энергия отображает взаимодействие частиц между собой и, скорее всего, изменение их расстояния друг от друга. Код, написанный нами на Julia, является адаптивным. В нем можно изменять некоторые части или параметры для изменения картины моделирования в целом. Например, в ходе работы мы изменили количество орбит, сделав всего одну, и уменьшили количество частиц с 8 до 4. Результат уже получился совсем другим. Его вы видите на слайде. GIF-изображение не удалось интегрировать в PDF. Оно было представлено на защите прошлого этапа. На этом наш проект был завершен. И перейдем к выводам. В рамках проекта был изучен процесс формирования планетарной системы и ее динамика. Математическая модель движения частиц в плоскости была разработана с учетом различных физических взаимодействий, таких как гравитационное притяжение и отталкивание при сближении частиц. Был определен и описан подходящий алгоритм, который был реализован на языке программирования Julia. Параметры в написанной модели можно свободно изменять, получая совершенно различные результаты, которые отражают разные ситуации. Работа над проектом была успешно завершена, все поставленные цели достигнуты и задачи были выполнены. В ходе работы в команде было достигнуто плодотворное сотрудничество, что позволило эффективно решать поставленные задачи. Полученный опыт будет полезен для работы над будущими проектами команды. И на данном слайде представлена использованная нами литература. На этом все. Благодарим за внимание. Спасибо. 090303, проект номер 1. Здравствуйте, сейчас подключу. Презентацию видно? Да, хорошо. Чуть погромче, пожалуйста. Итак, это заключительный четвертый этап нашего проекта номер 3 под названием «Молекулярная динамика».
В последние годы методы компьютерного моделирования играют ключевую роль в понимании сложных процессов на молекулярном уровне, включая молекулярную динамику, изучающую движение молекул в различных системах, таких как газы, жидкости и твердые тела, через численное решение уравнений движения Ньютона для каждой частицы в системе. Это предоставляет ценные данные о поведении и свойствах макроскопических систем, содержащих множество молекул. В рамках данной работы мы сосредоточились на проведении моделирования молекулярной динамики, используя модель на основе потенциала Ленарда Джонса и алгоритма Верле для численного интегрирования уравнений движения молекул. Нашими задачами было изучение особенностей моделируемой системы при различных значениях параметров потенциала Ленарда Джонса, а также оптимизация вычислительного процесса с учетом расчета сил взаимодействия между молекулами. Мы также проверили численные решения на точность, включая анализ сохранения полной энергии системы. В данной работе мы подробно рассмотрели выбранный нами алгоритм Верле и его особенности, а также представили разработанный код на языке программирования Джулия для проведения численного моделирования. Молекулярная динамика – это метод моделирования движения атомов и молекул во время времени физики и химии, изучающей системы на микроскопическом уровне, включая температуру, давление и энергию. Объектами молекулярной динамики являются атомы и молекулы, рассматриваемые как частицы с массой и зарядом, взаимодействующие в пространстве и времени согласно потенциальным энергиям и силовым законам. Молекулярная динамика позволяет моделировать движение молекул в сложных системах от газов до твердых тел и основывается на численном решении уравнений движения Ньютона для каждой частицы, учитывая их взаимодействие на основе потенциальной энергии. Как уже известно, нами был выбран потенциал Ленарда Джонса. Наиболее часто использовался так называемый потенциал 12.6, записанный в виде, указанном на слайде, где эпсилон – это глубина потенциальной ямы, сигма – значение R, при котором U от R равно нулю, вид потенциал показан на рисунке 1. Поскольку потенциал описывает парное взаимодействие молекул, то для удобства его можно записать в виде формулы, обозначенной на слайде. Такой потенциал хорошо описывает инертные газы и может служить качественной моделью для других веществ. В процессе работ мы представили алгоритм в промежутке времени от Tn до Tn плюс 1 в виде блок-схемы, разделив ее на два этапа. Шаг нулевой – это инициализация. У нас на ввод дается t – конечное время, tau – максимальный базовый шаг, начальные условия для координат r и скоростей v для всех частиц и максимальная оценка максимальной интенсивности схемного источника. Инициализация n равна нулю. Шаг n плюс 1 – этап первый. Это построение вспомогательной сетки для каждой частицы и необходимо вычислить индивидуальный шаг tau i и t для частицы i, определить s максимальное и дельта t, устроить вспомогательную сетку на отрезке tn, tn плюс 1 с шагом дельта t. Этап второй – это уточняющее интегрирование. Для каждого промежуточного шага k от 0 до 2 умноженное на s максимальный минус 1 для каждой частицы i необходимо пересчитать координаты и скорости по равноускоренному закону. Если k плюс 1 делится на цело на 2 в степени s максимальный минус s и t или равно 2 умноженное на s максимальное, нужно обновить скорость и ускорение частицы по скоростной части схемы Верле, проверить условия остановки, если n плюс 1 меньше n большое умноженное на tau, то необходимо увеличить n на 1 и перейти к шагу n плюс 1, иначе завершение алгоритма. Далее мы написали псевдокод, по которому в дальнейшем мы смогли написать программу на языке Julia. Код представлен на слайдах 8-9. Для трех газов получены следующие результаты, показанные на слайдах. На рисунке 5 у нас потенциал Ленарда Джонса для аргона. На рисунке 6 потенциал Ленарда Джонса для гелия.
и на рисунке 7 потенциал Леонарда Джонса для неона. Используемый алгоритм позволяет достичь высокой точности численного моделирования молекулярной динамики при эффективном использовании ресурсов вычислительной системы. Полученные результаты могут быть полезны для более глубокого понимания динамики молекулярных систем и разработки новых материалов и технологий на основе этого понимания. В данной работе мы использовали основные концепции молекулярной динамики и выбрали модель потенциала Леонарда Джонса для описания взаимодействия молекул в системе. Затем мы определили цели алгоритма, необходимые для решения поставленных задач. Разработан нами алгоритм локально адаптивного выбора шага интегрирования для решения задачи NCL был реализован в программе, написанной на языке программирования Julia. Это позволило нам эффективно провести численные эксперименты, демонстрирующие поведение системы частиц в различных условиях. А на этом все. Вот список используемой литературы. Спасибо за внимание. Спасибо. 09-03-03, проект 4. Сейчас запущу. Проект этап четвертый. Пока решил, не видно ничего. Сейчас. И динамики внешние отключите, а то у вас эхо большое. Так, хорошо, сейчас не понимаю, почему не видно ничего. У меня не открывается и не закрывается трансляция почему-то. Сейчас. Извините, у меня что-то вылетело с компьютера, поэтому сейчас перепросоединюсь. Хорошо. Теперь видно то, что транслируется? Нет. Извините, пожалуйста, можно через 5 минут ответить? Хорошо, давайте перейдем к следующему проекту. 09-03-03, проект номер 5. Доброе утро, делюсь. Секундочку. Доброе утро, меня слышно? Хорошо? Да, слышно? Все хорошо. Давайте на сейчас экран. Сделаю демонстрацию. Да, одну секундочку. Так, ой, так, слышал. Доброе утро, проект номер 5, заключительный этап. Значит, в ходе выполнения проекта были изучены алгоритмы построения математических моделей в сфере химии, а именно по действию химических реакций,
по горению. В ходе выполнения проекта была разработана программа по моделированию ансамбля частиц, в которых происходит мономолекулярная экзотермическая реакция. Были рассмотрены случаи нулевой теплопроводности в системе. Также в результате были построены графики зависимости непрореагировавших частиц от времени при различных температурах. Данные графики были сравнены с теоретическими зависимостями, а также были построены графики зависимости числа непрореагировавших частиц, температуры, скорости реакции от времени при предположении бесконечной теплопроводности с учетом, что процесс адиабатический. Далее программа была модифицирована для выполнения расчетов. А следовательно, были выведены результаты численного решения системы дифференциальных уравнений методами Эйлера, что было проанализировано во втором этапе проекта в алгоритмах решения и построения модели. Таким образом, в процессе выполнения задачи, ну и в целом проекта, было проведено моделирование химических реакций, использование стохастического горения, а также анализ результатов численного решения системы уравнений. А значит, это у нас... Сейчас. Так. Это у нас результат работы первой программы, в котором мы считали, что реакция молекулярный процесс не адиабатический. Здесь уже наоборот. А здесь мы численно решили уравнение и сравнили с полученными результатами. В ходе исследований, в ходе работы над проектом были изучены различные методы решения численные дифференциальных уравнений, были изучены способы моделирования химических процессов. Эти знания можно применить в дальнейшем при работе по построению математических моделей, в частности, в области химии, физики, биологии и так далее. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Проект номер 4 готовы? Да, я вот сейчас еще раз попробую. Теперь видно? Нет. Не понимаю, почему не работает. Может быть, кто-нибудь другой из вашей группы? А вот... Вы одна остались сейчас... из группы, да. Ну вот сейчас попробую, может, если еще есть какой-то проект, то давайте, может, после него... Да, давайте мы тогда шестой проект, 090303, шестой проект. Да. Хорошо, давайте. Здравствуйте, мы будем представлять четвертый этап нашего проекта про теплопроводность и терминированное горение. Цели проекта. Это коллективное обсуждение результата проекта, самооценка деятельности. Проделана работа. Мы исследовали влияние энергии на режим горения, изучили методы математического моделирования на примере теплопроводности и детерминированного горения, написали программу, решающую одномерное уравнение теплопроводности с адиабатическими граничными условиями, используя явную разностную схему. Также исследовали поведение численного решения при различных значениях и написали программу, решающую одномерное уравнение теплопроводности с адиабатическими граничными условиями, используя неявную разностную схему. Также все программы писали на двух языках, это Python и Julia. Результаты исследования влияния энергии на режим горения. Проведенное исследование позволило выявить зависимость между уровнем энергии, обозначаемым как E,
и режимом горения. При анализе данных было обнаружено, что увеличение значения энергии приводит к изменению скорости реакции горения. И наблюдается явное ускорение горения при повышении уровня энергии, что подтверждает гипотезу о прямой зависимости скорости горения от энергетических параметров системы. Использованы методы математического моделирования. Это явные и неявные разностные схемы. Методы широко используются для численного решения уравнений теплопроводности в различных промышленных и научных приложениях. Метод конечных элементов МКЭ является мощным инструментом для моделирования различных физических процессов, включая теплопроводность и детерминированное горение. Программирование на Python и Julia. Программирование на этих языках обеспечивает возможность реализации численных методов для решения уравнений теплопроводности и детерминированного горения. Основные особенности программы и их сравнение. Программа на Python для явной разностной схемы. Особенности являются то, что она простая, понятная, реализация благодаря чистому и понятному синтаксу языка Python, использование библиотеки NumPy для работы с массивами и выполнения вычислений, что обеспечивает высокую производительность, а также возможность легкого масштабирования программы для решения различных задач. И в сравнении программа на Python обладает высокой читаемостью и легкостью в разработке, что делает ее привлекательным уровнем для прототипирования и начальных исследований. Программа Julia для неявной разностной схемы. Ее особенности в том, что она предлагает высокую производительность, сопоставимую C и Fortran, делает ее превосходным уровнем для вычисления интенсивных приложений. Лаконичный синтаксис, возможность использования различных пакетов для научных вычислений, а также поддержка параллельных вычислений, что может ускорить расчет для больших моделей. В сравнении программа на Julia может предложить лучшую производительность по сравнению с Python, особенно для вычислительно-интенсивных задач, таких как численное моделирование. Julia обеспечивает более низкий уровень абстракции и более близкое к математическому стилю программирования, что может упростить разработку и отладку кода. Самооценка командной работы в проекте. В процессе участия в проекте по теплопроводности и детерминированию горения мы стремились к эффективной командной работе и достижению общих целей. Наша команда успешно справилась с поставленными задачами и достигла значимых результатов благодаря совместными усилиями и сотрудничеству. В ходе самооценки командной работы мы выделяем следующие ключевые аспекты: взаимодействие, коммуникация, распределение обязанностей, адаптивность и решение проблем. В целом наша команда успешно справилась с задачами проекта благодаря эффективной командной работе и сотрудничеству. Мы готовы применить полученный опыт и навыки в будущих проектах и развивать наше сотрудничество для достижения новых высот. Результаты. В процессе участия в проекте по теплопроводности и детерминированному горению мы успешно провели исследования, разработали программное обеспечение для численного моделирования и получили значимые результаты. Самооценка деятельности в рамках проекта позволила нам оценить не только результаты работы, но и сам процесс выполнения проекта. Все, спасибо за внимание. Спасибо. 090303, проект номер 7. Извините, а можно проект номер 4? Давайте вы после всех. Хорошо. Я номер 7. Да, слышно вас. Ага. А может быть, еще так слышно? Трек нет. Так хуже? Так, вас слышно, но не видно пока еще. Сейчас будет видно, надеюсь. Как стало, да, видно? Вот так, хорошо, да. Угу. Замечательно. Итак, мы проект номер 7 про моделирование планетных солнечных систем. И в четвертом этапе мы показываем, как у нас все хорошо получилось. Соответственно, посмотреть все, за исключением всего интересного, вы можете в репозитории. И это потому, что хотя мы смогли в предыдущем этапе ускорить наши вычисления и делать гораздо больше частиц и больше шагов времени, в какой-то момент количество
частиц превышает количество оперативной памяти. И когда типа есть варианты пойти в интернет и заказать себе побольше оперативной памяти, это было бы хорошо, но у нас типа облачные серверы, они такие крутые, как наши собственные компы. Соответственно, как просто для сравнения, если взять 50 тысяч частиц и их просчитать всего 240 шагов, то образ симуляции будет уже 24 гигабайта. И это, соответственно, в JSON-формате, так что, очевидно, довольно неэффективно, но порядок примерно такой. И, в частности, там есть хитрость, что можно сделать это меньше, если использовать числа меньшей точности. Мы все считаем в 64-битных флоутах. Но если взять 32-битные флоуты, то тогда это будет медленнее, потому что процессор их не настолько быстро считает. Соответственно, после попыток мы решили, что будем симулировать 1000 и 10 тысяч частиц в зависимости от уровня точности, потому что это хорошо позволяет посмотреть разные ситуации и при этом довольно быстро считается. Когда мы это считаем, мы считаем траекторию частиц. Но когда мы будем это импортировать в визуализацию, нам нужно эти пути порезать, и это их добавляет ошибку. Мы используем алгоритм Раймера-Дугласа-Пекера, я теперь вспомнил, как он называется, который берет кусочно заданную функцию и делает ее заданной меньшим количеством кусков, сохраняя определенную точность. Но поскольку куски пути сглаживаются не прямыми линиями, а кривыми по умолчанию в блендере, то иногда частицы будут делать вот такие вот хитрые финты, которые нереалистичны, но для задач визуализации подойдет. Конечно, сначала нам нужно, после того, как мы сделаем симуляцию, чего-нибудь посчитать численно. И вещи, которые мы посчитали численными, это потенциальная кинетическая энергия, сумма которых должна оставаться постоянной или возрастать в системе. Она возрастает, соответственно, из-за того, что потенциальная энергия склеенных частиц больше, чем потенциальная энергия двух частиц в отдельности, потому что масса суммируется, а радиус находится в знаменателе под квадратом. Еще мы смотрим на количество частиц по времени, насколько быстро они все склеиваются. И еще мы считаем общий импульс системы, который при склеивании сохраняется. И, следовательно, это хороший способ отследить, где у нас возникают численные ошибки, потому что он на самом деле будет меняться. Конечно, стоит избегать багов. Если у тебя есть баги в импорте-экспорте, то тогда у тебя на каждом интервале симуляции будут вот такие вот скачки. Это на одной из довольно старых версий было, что мы сохраняем, затем загружаем, и между этими двумя процессами частицы оказываются неправильно расположены, и из-за этого энергия возрастает всегда и возрастает вот такими скачками, и это совсем неправда. Но помимо этого, из-за того, что мы используем фиксированный шаг времени, что, соответственно, проще для расчета и размышления, у нас возникают потери точности. И это то, о чем я говорю с увеличением энергии. Вот эта зеленая линия является суммой между синей и рыжей, которые, соответственно, кинетическая и потенциальная энергия системы. Теоретически это должно быть константным из-за сохранения энергии или повышаться постепенно из-за того, что частицы склеиваются в более массивные. И оно так и делает, но оно это делает скачками, что, скорее всего, неверно. Соответственно, как я говорю, что момент тоже не сохраняется, он должен всегда быть равен нулю, потому что мы начинаем из системы, где момент равен нулю, потому что все движения в одну сторону компенсируются движениями в другую сторону, потому что диск крутится, ну или, например, стоит на месте. Но из-за того, что у нас столкновения и близкие пролеты вносят ошибки, у нас получается это значение все-таки меняется. Причем это был один из самых плохих случаев. Это на целых 0,003,
что много, потому что у нас общие размерности энергии в типа 10 в минус 8 или чего-то такое. Соответственно, у нас задача систему сделать вращающейся. Но здесь нужно аккуратно подобрать скорость вращения. Она должна быть на порядке 10 в минус 8 радианов в шаг времени, в секунду. То есть, если это будет слишком сильно больше, то тогда частицы начнут разлетаться очень быстро. И вот, как, например, здесь они начали движение прямолинейно и продолжили его прямолинейно фактически до бесконечности. И получается у нас вот этот вот диск частиц разрастается и постепенно летит на бесконечность. Если чуть-чуть поменьше сделать, то это тоже будет разлетаться, но уже не настолько сильно, и уже будут столкновения, которые будут удерживать частицы внутри этого диска. Как, например, вот здесь вот я взял несколько случайных частиц по диску в текущий момент времени, и мы видим, что они все пришли сюда и зафиксировались здесь из внутри центра диска. Если же скорость слишком низкая, то мы, наоборот, схлопываемся к центру, потому что у нас недостаточно угловой скорости для того, чтобы войти в какие-нибудь орбиты, и у нас фактически получается одна большая центральная масса, вокруг которой типа пара частиц, которые случайно туда не попали. Поэтому наши финальные настройки для типа финальной симуляции были, что каждый шаг времени это 10 в пятой секунд. Мы симулируем 10 тысяч частиц, масса каждой из которых случайно сгенерирована от 0 до 6 единиц массы, килограммов получается, и плотность должна быть до 1.3 килограмма на метр кубический. И мы симулируем очень много кадров, потому что в какой-то момент они все слипаются, и из-за этого кадры идут очень быстро. Отрендерено в видео, потом покажу, будет всего 12 тысяч, но можно и больше, и сколько хотите. Соответственно, красивые графики. Если посчитать энергию, то она сначала колебается непонятным образом, пока все устаканивается, а потом... Лучше говорить нас... колеблется все-таки. Ну да. То есть вот этот вот начальный этап времени, не очень понятно, что здесь происходит из-за хаотичности изначального распределения. После этого же у нас получается регулярное колебание, которое связано с орбитами каких-то частиц, что они вокруг друг друга пролетают. И это, соответственно, соответствует тому результату, который был у наших коллег, которые начали с частиц системы, которая более-менее уже стабилизированная. Импульс, соответственно, проблематичен, но в каждом из шагов у нас он отличается от предыдущего на довольно небольшое значение. Если мы увидим тут шкалу времени, не времени, а как его зовут, значение этого импульса, оно меньше, чем разрешение самой шкалы, размах. И, следовательно, это можно сказать, что внутри погрешности округления. Количество частиц постепенно убывает, и вначале оно убывает очень быстро, потому что они плотно находятся, и есть много возможностей для столкновения. После этого оно выходит на плато, которое в целом идет до бесконечности, потому что к этому моменту они разлетелись настолько сильно, что уже никогда не столкнутся. Соответственно, если мы приблизим на 5000 первых кадров, то энергия действительно в целом идет на повышение, прежде чем стабилизироваться на одном стабильном уровне. Исключая, типа, вот эти вот первые кадры игнорируем, потому что в те моменты частицы приобретают всю свою кинетическую энергию. И, соответственно, просто для сравнения, импульс системы в этот момент времени вот такой. Соответственно, тут нам задавали вопрос, почему мы взяли блендер для того, чтобы визуализировать. Это потому, что у нас облако частиц большое по площади, и нам неизвестно, какое оно будет.
некоторые частицы будут улетать в бесконечность, и нам нужно использовать визуализацию, в которой мы управляем камерой. И для того, чтобы камерой можно было удобно управлять, зная, про что идет речь, мы берем то, где камера анимируется отдельно, например, Blender. Плюс я его умею использовать. Соответственно, мы нарисовали видео от этого всего, которое начинается с вот такого вот облака равномерно расположенных частиц. И в первые моменты оно разлетается извне и коллапсирует извне и разлетается изнутри. И как результат у нас получается такое общее кольцо. И после того, как у нас получается кольцо, у нас начинаются интересные системы, как частицы, которые находятся в орбите вокруг других частиц, которые образуют бинарные системы, которые не очень стабильные, потому что недостаточно времени им было стабилизироваться. Но, например, если вот эти вот две друг вокруг друга летают сейчас, но на следующей орбите вот эта желтенькая частица примкнет к синей, а не к голубой. Соответственно, это все можно долго смотреть и какие-нибудь гадания на этом устраивать. Но наш результат, что такие системы вообще образуются, и что основной кластер массы ограничен по размеру и не разлетается в бесконечность, а также что число частиц следует обратному экспоненциальному закону и быстро угасает до стабильного состояния, говорит, что это в целом получилось реалистично. Соответственно, мы обнаружили, что то, что использовать постоянный шаг, приводит к потере точности, и было бы лучше использовать способы, которые изменяют шаг в зависимости от того, насколько частицы близко пролетают относительно друг друга. Это, соответственно, было бы сложнее, в частности, это сделало бы сложнее рисование тех графиков, которые там показаны, потому что тогда шкала времени не настолько определенная. У нас ограниченное количество частиц, вообще хорошо было бы делать их гораздо больше, но мы не можем уменьшить использовать количество оперативной памяти без потери скорости, без того, чтобы переходить из F64 до F32 или F16, потому что процессор это делает медленно. Если бы мы умели программировать видеокарту, видеокарта умеет считать дробные числа с маленькой точностью довольно быстро. Но и также у нас в данном подходе используется только двухмерная симуляция, потому что мы исходно берем, что частицы расположены по диску, но вообще это нереалистично. Вообще мы начинаем обычно, когда массивная частица пролетает через туманность, и вокруг нее собирается какая-то своя аккреционная плоскость. И, соответственно, почему 2D-симуляция вообще работает? Потому что в 3D всегда в вращающихся частицах есть одна плоскость, относительно которой они вращаются. Следовательно, первым этапом в 3D будет образование диска, который мы фактически, инициализируя двухмерное пространство уже за готовым диском, просто пропускаем. Следовательно, у нас получилось хорошо сделать, у нас получились красивые рисунки, у нас получился код, на основании которого можно дальше смотреть, разбираться в теме. И поэтому в целом мы молодцы. Спасибо. 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 090303, проект номер 9. Да, здравствуйте, 5 секунд. Все хорошо видно? Ничего не видно. А сейчас? Аналогично. Ну, тогда у меня будет колхозный метод, просто через браузер.
Давайте так, да. Так, этап номер 4, рост дендритов, подготовили Миронов, Павлова и Матюшкин. Далее, пожалуйста. Целью нашего проекта является математическое моделирование дендритного роста. Задачи – это изучить теоретическую информацию о дендритах и о моделях роста, разработать алгоритм, который включает в себя много пунктов, и чуть ниже, Полина, не все, да. Да, и написать комплекс программы по разработанному алгоритму. Все эти этапы были рассмотрены реализации. Бурям. Извиняюсь. Я все выключил, прошу прощения. Итак, описание явления роста дендритов. Дендриты – это маленькие ветвистые образования, похожие на деревья или ветви, которые могут появляться в разных системах, от нервных клеток до кристаллов металлов. Самые распространенные структуры морозных узоров – это дендриты. Описание модели. В нашем модели рассматривается квадратная область размера n на n узлов с затвердевшей затравкой в центре. На модели используется уравнение теплопроводности для описания изменения температуры во времени. Далее. Вот основные уравнения нашей модели. Уравнение теплопроводности и уравнение среднего значения температуры соседних узлов. Далее. Состояние каждого узла может быть жидким, n равняется 0, или твердым n равняется 1. Рост дендрита определяется путем изменения состояния узлов на границе жидкой и твердой фазы. Учитывается случайная добавка к температуре в узле, чтобы моделировать тепловой шум. Узел на границе переходит в твердую фазу при определенных условиях температуры и капиллярного радиуса. Далее мы рассмотрели алгоритмы роста дендритов. Это у нас были инициализация, уравнение теплопроводности, далее вычисление среднего значения температуры в соседних узлах, обновление температуры в каждом узле, моделирование роста дендритов, учет теплового шума и изменение состояния узлов на границе. Преимущество данного алгоритма у нас заключается в том, что мы можем рассматривать и учитывать различные факторы. Этот алгоритм адаптивен и имеет высокую вычислительную эффективность. Код был нашей программы написан на языке Julia. Он реализует модель роста дендритов, а также их влияние на теплоперенос в окружающей среде. Далее. На слайде можно увидеть основные блоки кода. Самыми важными из них являются 2, 3, 4, так как там реализуется сам рост дендритов. И давайте кратко посмотрим и код по блокам. Далее. Что у нас в первом блоке? У нас объявление переменных массивов. Функция А у нас отвечает за итерационное обновление и распределение температуры и рост дендритов. Б функция обрабатывает теплоперенос вдоль дендритов, и С уже отвечает за сам их рост. На слайде можно видеть результат нашей работы нашего кода. Слева у нас, так сказать, более маленький дендрит, а справа он, можно сказать, что вырос. Далее. В заключении проекта роста дендритов мы успешно достигли цели, а именно создали алгоритм, учитывающий различные факторы, такие как теплопроводность, начальное переохлаждение, капиллярный радиус и тепловой шум. Изучение теоретических основ и разработка программного обеспечения позволили расширить наши знания и создать инструменты для анализа и контроля дендритного роста в различных приложениях. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, теперь давайте вернемся к проекту номер 4. Да, добрый день, видно? Да, хорошо.
У нас проект решеточной газа, решеточное уравнение Больцмана. Собственно, мы выбрали решетку в виде треугольников, и на картинке видно, как она выглядит в теории и возможные столкновения. Процесс симуляции у нас состоит, опять же, из двух основных, ну, именно процесс формирования кадра состоит из двух основных этапов. Это этап распределения, этап столкновения. Они описываются следующими формулами. И равновесная функция распределения для каждого этапа, ну, и для каждой ячейки рассчитывается самой нижней формулой. Вот результат, который мы в итоге получили. Это наша команда. Да, и как выводы, у нас в результате нашей работы была изучена теория, на основе которой была выбрана модель, изучены возможные алгоритмы реализации и разработан наиболее оптимальный. Также была представлена программная реализация моделирования системы решеточных газов с использованием языка программирования Julia, основанная на решеточном уравнении Больцмана. Ну, еще в результате хочу сказать, что эти такие модели можно применять в различных сферах, но мы пока в них не работаем, но если у нас представится такая возможность, у нас теперь есть опыт. Спасибо за внимание. Спасибо. Значит, у нас получается, что мы на сегодня завершили на сегодня все занятия. Следующей неделе у вас зачетная. То есть вы доделываете лабораторные. Лекции уже все завершились. И 8 числа, пожалуйста, приходите для написания теста и получения финальных оценок. Все. Жду всех 8 числа. До свидания.